Всем доброе утро. Мы сейчас сели, только сейчас 12 часов дня, мы только сели кушать. Не знаю, завтрак это или обед, но вот мы сели сейчас за стол, будем кушать. Девчонки наши, Миланка в садике, Ликуля в школе. Лику сегодня забирать в 3 часа она позвонила, им добавили урок. Вот, и Миланку сегодня решили оставить на сон в садике. Посмотрим, как она будет, как пройдет у нее сон в садике. Не знаю, она сегодня взяла с собой в садик пони и сказала, что будет с ней спать. Ну, посмотрим, как ее уложат. Вообще, она очень плохо ложится спать, если в садике остается, потому что она, не знаю, не любит спать. И мы с трудом, в общем, хитрим, то пообещаем ей какие-то жвачки, она в последнее время проявила интерес к жвачкам, то какие-то конфетки она заказывает, ну и вот таким образом мы ее пробуем оставлять хотя бы иногда на сон в садике. Сегодня я ей купила дражи такие в виде ожерелья My Little Pony, сейчас покажу вам. Вот такое ожерелье. My Little Pony. Здесь вот маленькие такие. Но я потом, когда милашки в садик будем ее забирать, откроем и покажем. И здесь вот такое вот в виде сердечка большое ожерелье. Вот. Так что, думаю, милашке понравится. В общем, мы садимся кушать. Всем приятного аппетита. Я буду кофе пить с булочкой и чуть-чуть себе положила пельмешек. И Лёша будет тоже пельмени кушать и булочку. А что ты себе кофе не сделал? Я молочко буду. А ты будешь молоко, да, с булочкой? В общем, всем приятного аппетита. Милашка жует свой браслетик, ожерелье. Покажи, ты уже сердечко жевала? Покажи свое ожерелье. Половина сгрызла, дай посмотрю. Сердечко не может разгрызть. А вот эти вот дражи уже практически все съела. Держи, вкусненько. И ножницы ты свои разобрала. Подарили набор такой парикмахера. Она уже половину разобрала ножницы. Надо сделать. Ликуля, может, нам это можно сделать? Да. Да? Ножницы. Ты сейчас будешь уроки делать? Нет, не доставляем. Так ты вареники или пельмени хочешь? Пельмешки? Я знаю. Миланка, ты в садике спала? А кушала? Почему? Конфетки хочешь? А тебе сделать молочко с печеньком или что-то другое будешь? Вкусненько. Не, давай тогда печенька, молочко с печеньком. Я купила тебе вкусное печенько. Я не буду. Ну ты же не кушала в садике, надо покушать. Ладно, давай, мне надо пельмешки Ликуле бросить в кастрюльку. Мы с Миланкой перебираем игрушки. Нужные, ненужные. Смотрим, что оставить, что выкинуть. Да, дочь? Алло! Да! Алло, ты что, телефончик сам нашла? Какой-то массажер нашли. Батарейки вроде есть, а он не работающий. Давай вот так вот чуть-чуть берем. Давай, все, что тебе нужно, в сторону клади. Подожди, дочь, да я один ящичек достану, открою. Давай с него, с нижнего ящика начнем. Смотри, у тебя здесь есть какая-то наклейка, мозаика из наклеек. Видишь? Мы с тобой половину сделали. Мы, наверное, с тобой тут все сделали, да? О, птичка. Ее можно выкинуть. Птичка. Шишечка. Печка.
шишечка. Настоящая шишечка. Мама. Да, Белочка, кушай, да, эту шишечку? Кушай, Белочка. И книжечка, смотри, какая у тебя была музыкальная. Ну, что-то она уже совсем не работает. Да. Пой вместе с Машей. Тоже, дочь, она уже поломанная вся, расшатанная, там даже батарейки выставили. А, да, а мама... Наверное, тоже выкинем, да, ее? Да. Зачем она фу, нужна? Не надо. Да, мне не нужна. Мне тоже. Ой, смотри, какая у тебя лягушка есть. Ай, вот, еще одна. Сюда можно сделать антистрессик, милаш. Сюда можно шарик с арбизами. И это, Ликс, кстати, смотри, какая идея. Лягушка, сюда можно шарик надуть, и туда арбизы. Можно вообще на зеленскую жидкость или что-то такое. Да, оставим, да, такую? Да. Будем снимать потом на канал. Так что лягушка нам нужна такая. Что там? Это не каша, дочь. Это мама взяла на прозапас. Бывает, как сегодня, еду не успели купить Максику. Он мяу-мяу искал. На, Максик. На, скажи, Максик, угощайся. Мы вообще такой едой не кормим очень-очень редко. Раз там, не знаю, в два месяца. Да, мы ему сегодня его купили. Мы кормим Максика Royal Canin для британцев. Мы сегодня ему купили большую пачку. Но сегодня такая акция хорошая. Она вот эта вот, как он там, Фрискас правильно называется. Это для домашних кошек специально с курицей и садовой зеленью. Максик, это твоя еда тебе на прозапас. Когда... С Новым годом, Максик! С Новым годом, Милана говорит, Максик. Давай, неси вафельки, разбирай пакетик. Давай, давай, беги. Ты уже такая большая, давай, неси. Максик, ты тоже бери свою коробочку и понесли. Пойдем, Миланке поможем. Пойдем, Максик? Где Миланка? Что? О, моя каша. Да это не каша, да, это же... Да, это для Максика такая еда ему. Да, да, запасная. Максику вот такую покупаем еду. Кстати, как-то спрашивали, вот Royal Canin берем ему для британцев. Для британских короткошерстных. Взяли вот такую большую пачку, тут 400 плюс 400 в подарок. А, Милаш, а это пусть стоит, с нее хорошая акция была, на нее 60%, поэтому я взяла... Мам, что? Я буду Максика. Любишь Максика? Ага. Доставай, что там еще в пакетике, доставай. Яна, Крис. Давай. И пошли туда. Водичка, вот, водичка синяя. Тебе понравилась такая водичка? Да, да. Мне показался вкус какой-то грейпфрута. Максик, и куда ты? Макс. Вот так вот Максик всегда у нас. А, котяра? Всегда залазит в пакеты, прячется там. Максик. Максик, я пойму, Максик. Максик, видишь, в пакет залез. Сосиски караули. Доставай сосиски. Я сама буду садать. Да. Вот это добрый. Да. Давай, неси. Ой, аккуратно. Милаш, так не надо, солнышко. Аккуратно, не ударься. А чипсы? Чипсы себе, да, положила на столик? Mm-mm. Ага. Да. Да. Еще. Давай, давай, неси. Сейчас будем пить чай. Сейчас Ликулю покормим. Ликуля наша кушать хочет. И будем пить чай. Такие вафельки взяли. С вареной сгущенкой. И лимон и лайм. Вот такие я не пробовала, честно говоря. Лимон и лайм, даже не знаю. И сосиски взяли молочный по ГОСТу. Сейчас в магазине акция 2 по цене одного. На. Две берешь пачки, платишь за одну. То есть 130 рублей у нас получились две пачки. Да ладно, что ты говоришь?
лапшу эту. Ты хочешь попробовать такую лапшу? Сейчас Ликочка выжидает время, чтобы лапша приготовилась. Снимем на канал Ликулин, и потом будем пробовать эту лапшу. Ролтона, кстати, она более желтая. А у Ролтона вообще лапша сама по себе, она такая более яичного цвета, такая прям желтая. Мила, мила она. Мила, сейчас Лика там наколдует. Это было еще Ролтон. Три вида. Ну, можно было бы. Ну, Ролтон как-то пробовал, да. А это я первый раз увидела, вот это бизнес-меню, в такой коробочке. Там прям кусочки мяса. Только я не могу их достать снизу. Вилка, да, вилка неудобная, она... Милан! Давай, Ликуль, собирай. Мила, дай все, иди, гуляй. Гуляй. Все, Милочка, встань, дочь, иди в зал, иди, а то там... Я тебя потом оставлю вообще. Давай, Ликуля, собирай все за милашкой. Она эту у нас была такая, помнишь, зелененькая? Также она ее открывала, потом дооткрывала, что уронила несколько раз. И с 20-го раза поломала. Все убрала, ну что, по-моему, готова. Готова, готова. Че, уже прошло минут 7, она, в принципе, быстро готовится. Нет? Нет. Накрывай крышкой, она должна так вот на пару быть. Воду, да, все впитала сильно. А там? Кратце, крышка, сейчас я трогаю. А это готово, да, уже? По всей вероятности. Да? Да? На вид готово. Тоже нет? Ну, закрывай еще, давай по 2 минутки, и будет готово. Знаю, только мяса нету. Но мясо на дне. Вилка. Здесь аромат от мяса вообще, даже аромата нет. Поэтому без разницы, говядина, курица, индейка. Что, Милаша? Я кушаю играть. Тебе скучно играть? Но мы сейчас Ликочка снимем видео и пойдем играться все вместе, да? Я готова. Двумя вилками. Я хочу, Анжелика. Я только одну. Сейчас я тебя оставлю. Будешь пробовать, Маш. Не буду пробовать. Не будешь? Не можем съедать. Вредную эту еду. Не вредно, она очень вкусная. Но вредно. Но вредно, но вкусно. Нет, вредная. Поэтому два раза в год можно. Нет. Когда едешь на море на поезде, и просто так. А если на самолете? На самолете? Ничего страшного, самолет возьму. А ты на самолете еще ни разу не летала? Да, это есть. Я хочу, но боюсь. Я не боюсь. Ты не боишься? Нет. А ты вообще что-нибудь боишься? Нет, я не боюсь. Ну, вот я Чухо, только поставила крышку. А кто здесь лежит? Тут кто-нибудь есть, а? Кто-нибудь есть? Кто там? Ку-ку! Ку-ку! Всем пока-пока! Всем пока-пока! И Микки тоже твоя говорит. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Я хочу тоже. Всем спокойной ночи.